Да, мы одними из первых приехали на место событий. Сегодня в 6 часов 12 минут произошел на этом месте теракт. Здесь работают МЧС и военнослужащие. Пока от официальных комментариев они отказываются. Известно нам только лишь, что в результате теракта погиб военнослужащий. Кто это, пока неизвестно, потому что тело очень сильно обгорело. Ждем результаты медицинской экспертизы. Она покажет, кто же это был. Пока это вся информация на данный час.